Едем отдыхать. Так, спрей от комаров взяли? Взял. Для загара? Взял. От загара? Взял. От клещей? Взял. От медведей? Взял. А ребенка? Да. Взяли. Мы приехали на парковку, откуда все собираются выезжать в разные места. На природу, там, на Копчегай, ну вы знаете эту парковку. Мы не знаем, куда поехать, и поэтому у нас появился небольшой план, как найти место, куда поехать и с кем. Молодой человек, вы куда собрались ехать отдыхать? На Бортогай, что? Бортогай? О, мы с вами, короче. И вновь очередные выходные. И мы решили эти выходные провести где? Правильно. В степи. В сторону Бортогайского водохранилища и поедем в сторону Осы. А почему мы так сделаем? Потому что у нас все закрыто, везде карантин. Нельзя никуда ездить. Но в кафешки ходить можно, собираться толпами в кафешках можно. Но в горы нельзя, запомните, в горах опасно, там вирус. И на Копчегае. На Копчегае. И на Балхаше. Нигде. И на Алаколе. На Балхаше еще можно, нельзя загорать на пляже. Но только купаться. Приехал на машине такой, вот так вот, бежишь, в воду, пульк, нырнул, и бежишь обратно, пока не поймали. И в машине сидишь мокрый, ждешь. Маразм крепчал. Сюда. Потрясающе. И вот мы приехали. Ехали не так долго, уже лагерь поставили, сейчас будем обедать. Место классное. Погодка, конечно, подводит. Ну что, любая погода благодать, это же природа. Даже, наверное, лучше, чем на Копчегае, если честно. Да? Хорошее. Ну хорошее, хорошее место. А самое интересное, видите, вон там локация. Восхитительные горы. Мы туда сходим. Да, наверное, да. Если дождь сейчас не разойдется, если он закончится, пойдем туда сразу. Дождик немного закончился, и мы решили исследовать ближайшие места красивые. Ну, народ гуляет. Да, народ гуляет. Просто это единственное, наверное, место, куда можно съездить. Сейчас, когда все закрыто. Точку на это место мы вам обязательно поставим под видео в описании. Все верно. Основная достопримечательность этого места – это вот такие скалки. Ой, эхо слышишь от них ты идет? Слышишь? Ты слышишь, какое эхо? Да. Вон там живет эхо. Они потрясающие. А если еще соблюдать тишину и просто слушать, через них проходит ветер, и он поет. Красиво? Обалденно. Прям, знаешь, локация для того, чтобы снимать эти романтические сцены. Это да. Для инстаблогеров просто вообще. Слушай. Локация на каждом. Высота. Вместе, какая? Да, вы посмотрите. Посмотри на высоту. Обалдеть. Ребенок, скалы. Здесь, кстати, очень прохладно. Основа глины с камнями, да? Да, сыпуха. Самый лучший строитель – это природа. Красота. Посмотрите, какая высота. Круть. Очень удобно, смотрите.
Там, на том стороне, получается, дороги, там речка протекает, там кемпинг, люди все останавливаются. А с этой стороны вот такая красота. И пособирать настоящий эко-барбарис. Не эко-барбарис, а это-барбарис. Что такое? А потом в чай его, в плов его, в компот его. Куда еще можно барбарис? Можете мне не верить, но вот-вот. Вон там заяц бежит прям в гору, походу от нас. Такой ушастый. А, еще один. Два зайца, это второй. Класс. Все, сел и это, смотрит на нас. Берем камни, пошлите! Обалденные места. Вот эти вот скалы, очень похожи, как вот на пляже. Делаем замки из песка. Вот то же самое. Реально похоже, вот как на ладони, да? На что это похоже? Мне напоминает это... Аутомиль. Нет. Сказку. Сказка, да, наверное, сказка. Очень красиво. Цвета, может, не такие насыщенные, но очень похожи. Я вытяну в Инстаграме. Все будет хорошо, да? Да. Сказка, значит, сказка. Ты что делаешь? Муравейник. У них, видишь, жизнедеятельность тут. Плов готовят. Вон тебе рис промывают. Вот эти что делают? Мясо делают. А вон тебе вообще добывают его. Слушай, прикольно, да? Жизнь. Хочу вот эти горы увидеть у нас в Инстаграме. Да, у нас есть Инстаграм. Заходите, смотрите, подписывайтесь, лайкайте. Давайте работайте, работайте. Собирайте эту палатку, собирайте вдвоем быстро эту палатку. Я проверяю, где палатка, где. Еще ничего не готово. Почему ты стоишь, собирай палатку. Прошел дикий дождь. Покажи, покажи, какой пар. У меня он не идет. Реально похолодно. Но вообще не холодно. Думаю, если честно, ночью будет прохладнее. Да? Думаю, дождь превратится в снег. Да? Да. Как тебе погода? Дождь. А там, смотрите, еще просвет, который ушел. С той стороны прекрасные горы с восхитительным освещением. Солнце остатка. А там просвет, который не придет. Да. Планы на ночь. Выживать. Сейчас мы будем готовить вкусняшку, а потом еще я покажу еще один рецепт, тоже вкусняшки для согрева, и это наш отдых. Так, первое, что у нас? Курдюк. Курдюк. Сало, но не сало, да. Пловом у нас занимаются все. Дмитрий нарезает мясо, я уже порезала морковочку. Я просто сижу. Да. Не мешаю. А там готовится самое-самое важное. Гуру делает плов. Главный узбек делает плов. Жир вытопили, лук положили. Лук золотистый, красивый. Лук золотистый, красивый. Сейчас идет очередь мяса. А еще у нас будет ачучук. Помидорки, лук и перец. Это просто праздник какой-то. Я. Молодец. Итак, пришло время вкусняшки для согрева. Берем сангрию. Я использую сангрию, потому что она уже, в принципе, сладкая. Кто-то берет вино для глинтвейна специально, кто-то берет просто грузинское сухое красное вино.
но потом добавляют туда сахар либо мед. В общем, сангрия. Корица, имбирь для согрева, мускатный орех и гвоздичка. Все готово. Ставим на огонь. Как только немного закипит, сразу снимаем с огня и ждем, чтобы он немного настоялся. И вот оно настало утро. Ночь прошла хорошо, да? Хорошо, дождь, да, не пошел. Все еще спят, мы чуть отошли, чтобы никому не мешать. Увидели, что там столько палаток вокруг. И горы. Горы выглядят просто замечательно. Наверное, сходим сейчас туда. А мы пошли немного прогуляться. Пока все спят, чтобы никому не мешать. Виды просто тут сногсшибательные. Солнце. Дождя нет, хорошо прям. Сейчас поднимемся вон туда, наверное. Посмотрим на вид. Да, ветерок есть. И это хорошо. Вид этой долины просто обалденен. Просто вообще супер. Камера это, конечно, не передает. Это надо смотреть отсюда. Именно отсюда. Так что все сюда. Очень много вопросов вот к карантинным санкциям. То есть закрыли государственные заповедники, закрыли побережье Балхаша. Я, по-моему, это говорил, да, уже, то, что нельзя лежать на пляже, надо искупаться и сразу убегать, пока тебя, походу, не поймали. Второй вопрос про Алаколь. Многие люди отдыхают дикарем там, потому что, ну, цены там бешеные. Сервиса нет. Ну, вы знаете, что сервиса там нет. Либо есть, но за большие-большие деньги. Сейчас у народа денег немного, потому что карантин все-таки всех немного, как сказать, поставил на землю, и, то есть доходов реально мало. Люди хоть как-то пытались отдохнуть на свежем воздухе, покупаться в этой целебной суперской воде, которую так все рекламируют. Но нет. Теперь вы можете отдыхать только на Алаколе, только в пансионатах. Дикарем нельзя. То есть в пансионатах нет вируса, то есть люди не собираются вот так вот близко в пансионатах. А дикарями они разные компании так приедут друг к другу, да, и вот так разные компании будут. Давай рядом. Передавать. Да, давай передавать вирус. Честно, это просто лоббирование бизнеса. Чьих-то интересов. Да, да, чьих-то интересов. Что-то где-то есть, задумайтесь насчет этого. Это уже я. Это уже маразм. Да. И наглость, издевательство над народом собственным. Это неправильно. Да, мы против этого. Мы за соблюдение социальной дистанции. Мы за ношение масок хоть там в городе, хоть где. Это действительно важно, это полезно, это важно. А вот это вот... Ну, мы против издевательства над народом. Да. Всем здоровья. Всем пока. Пока.